Когда находишься достаточно далеко от процессов большой политики, возможно, перемены разительные, они не так заметны. До людей, до электората, не люблю этого слова, но употребительно, да, они доходят не сразу и малыми дозами. Когда ты находишься близко и наблюдаешь с близкого расстояния, это вот как раз тот самый случай, когда лицо к лицу разглядывается именно близко, а не с дальнего расстояния. И вот именно сравнивая с близкого расстояния, я вижу такую разницу между тем, что было, между той Россией, совсем недавней, 15-летней давности, конца прошлого века, да, и современной России, что это вселяет в меня огромный оптимизм. За что было стыдно? За ботинок, там, стучал он им, не стучал он им, но был ботинок, да? За кукурузу, за бульдозеры, за крики на поэтов, там, за все стыдно было, вот стыдно. Интереса страны сегодня, чтобы президент Путин оставался на своем посту. Потому что удержать вот то, скажем, ну пафосно, да, вот древко того знамени, которое он держит, я не знаю, смогут ли преемники, те люди, которых мы сегодня видим и называем преемниками, хватит ли сил у них. Я не хочу обижать американцев, я с симпатией отношусь к этой стране, но, как ты говорил, интеллектуальный уровень массовый, он вот такой, понимаешь? Нет у взрослых людей необходимости посидеть вечером в интернете, поговорить о творчестве Петрарки или о том, что есть монархия для России, благо и так далее, понимаешь? Вот нет у взрослого американца такой потребности. У взрослого русского интеллектуала такая потребность есть. За Брежнева, которого я помню очень хорошо, тоже стыдно. За все эти сосиски сраные, да, и за все эти истории. Уж, слава богу, про Брежнева-то я знаю очень много, потому что тут живем давно уже с его ближайшим окружением и дружим. Это жизненная концепция, установка. У него была и есть. И вот исходя мировоззрение, если хотите, очень четкое, очень жесткое, от которого он ни на минуту, ни на секунду не отступает. Одно из свойств Путина, которое меня восхищает лично, я не боюсь этого слова, восхищает, его последовательность. И вот последовательно, как бы проводя в жизнь свое мировоззрение, он и строил планы. Были такие времена в Рунете, когда девушка писала, а что мне сегодня одеть, юбку или брюки? И получала там 800 комментов. То есть народ обсуждал это бурно. Поэтому говорить, что интернет как-то стал менее интеллектуальным, я бы не стала. Я думаю, скорее наоборот. Но с популяризацией интернета вообще, и ЖЖ в частности, естественно, будут приходить более интеллектуальные люди, мне кажется. Стыдно за эти облавы, за вот это вот непонятное шарахание. Стыдно теперь, когда я знаю, что он всю жизнь боялся и скрывал, что у него мать была еврейкой, что он всю жизнь всю политику свою строил из-за этого, что он так притеснял и закручивал этот антисемитизм, чтобы его не обвинили в том, что стыдно, да? Жалко его и стыдно. Если вопрос будет стоять действительно категорически, и Путин откажется от третьего срока, что, скорее всего, так и будет, потому что он дал слово, то я бы голосовала за Иванова. Как средство, как часть политтехнологии, причем часть очень бурно, эффективно развивающуюся, я интернет признаю и прогнозирую, что развиваться будет дальше и еще более бурно. Поэтому политики, когда они приходят в интернет, если это, конечно, умные политики, вот, тут еще вопрос, как прийти. Если вот на белом коне, как чиновник первой категории группы А, да, влететь там с мигалкой, то это только испортит себе имидж. А можно прийти по-умному. Горби с его постоянным враньем, с его постоянным
стремлением уйти от ответа, с его постоянными какими-то, понимаешь, вот этими экзерсисами, которые он то вправо, то влево, то мы там, стыдно. Да, Фару слов нет, да, вот это жалкое зрелище. Я считаю, что Россия преодолела страшную опасность, что мы стояли на краю пропасти. Это мое глубокое убеждение. Я считаю, что еще несколько шагов, еще несколько ошибок, еще несколько злонамеренных каких-то действий, и не было бы такой страны России. Нет, Россия была бы, она бы называлась Россией, но это была бы средняя, небольшая европейская держава, достаточно слабая, достаточно бедная, достаточно зависимая. Интернет – это не какой-то отдельный мир. Это часть нашей жизни. И все то, что нельзя в нашей жизни, все тоже нельзя и в интернете. Нельзя оскорблять людей, да? Нельзя лгать. Если тебя поймали на лжи, то ты должен отвечать по статье за клевету, какая существует. Я просто считаю, что интернет надо бы приравнять к средствам массовой информации. Тогда все эти вопросы отпадут сами собой. А цензура как таковая? Нет, я против. У меня первые седые волосы появились, вот просто прядь, да, появилась в Берлине в тот момент, даже не в тот момент, когда он дирижировал оркестром, а когда он после оркестра пошел к неофашистам, которые прорвались и орали, а он не понимал, что он шел, улыбался и что-то хорошее ему говорил, понимаешь? Вот. И у меня появилась первая прядь седых. Так настолько было стыдно. Есть некая мистика, что в нужный момент появился нужный человек и сумел остановить. Не потому, что он былинный герой, не потому, что он какой-то там мессия или посланец Божий, потому что просто он сумел сделать несколько правильных шагов и остановить вот эту махину, которая уже нависла над пропастью. Человек даже в жизни настроен к политику лояльно, в интернете он его обязательно легнет, потому что вот это вот ощущение того, что я легнул великого, оно греет душу, что говорить. Так что политику в интернете с точки зрения тренинга, получения пощечин и отражения ударов, ходить надо, полезно. Я думаю, что эта практика будет расширять. Я бы рекомендовала, если бы сейчас у меня был клиент, как у политтехнолога, я бы ему рекомендовала. Вот Путин, первый лидер нашего государства, за которого мне ни разу не было стыдно. Вот так мучительно стыдно, как за всех предыдущих. Понимаешь, вот не было случаев, когда бы я бы испытала вот этот мучительный стыд, что, боже мой, как же он так может, он же глава моей страны. Были моменты, когда я была с ним не согласна, понимаешь? Были моменты, когда я на него злилась там за что-то. Были моменты, когда я там могла посмеяться над чем-то. Но вот это чувство такого жуткого, понимаешь, всеобъемлющего, всеохватывающего, да, не было ни разу.